Друзья, приветствую вас на канале Каменный Успех. Дома из камня. Это остров Калимнос. Греция. Море. Красота. Смотрите, какие там домики. Но еще больше я хочу показать кладочку. Каменную кладочку. Вот посмотрите. Идеальная работа. Идеальная подгонка. Мне аж понравилось. Я не мог не остановиться. Хотел проехать, но не смог. Очень интересная работа, очень качественная, очень порядочная. Эта кладочка действительно заслуживает внимания. И не только моего, а и вашего. Потому что она сделана на совесть, она сделана красиво. Она подогнана, каждый камушек смотрится красиво и аккуратно. Также хочу сказать о технологии этой кладки. Технологии этой обработки в первую очередь. Определенный труд, который делает под определенным углом, так сам вот здесь. Он не делается как попало, он делается не под 90 градусов, он делается как бы немножко вот так, чтобы его поставить и растворчиком закидать со всех сторон. Понимаете, о чем я говорю? Вот смотрите, здесь растворчик. То есть как они поставили? Однозначно они сделали острый угол. Вот здесь растворчик, там видно вдалеке. Даже вот если где-то какая-то щель, то есть отверстие, ее раз, так камушек, все аккуратненько. Хочется туда прикоснуться и услышать это тепло. Тепло мастеров, которые вложили в этот заборчик. Те руки, которые обрабатывали этот камень. Это так здорово, это так привлекательно. И особенно для меня зажигает, потому что придает определенную ревность. Я хочу строить лучше, я хочу делать лучше, лучше, чем они. И мы будем это делать. Вот смотрите, колонны. Они идеально положены. Но колонны, я вам скажу, они резаны. Сделанный квадрат под 90 градусов. И потом вот так сделать, как бы. Это делается воздушным отбойником. Или даже простым отбойником. Это можно сделать. Я даже цепануться ни к чему не могу. Я вот смотрю и не нахожу вообще, насколько я любитель вычислить что-то. Насколько я могу увидеть это очень быстро. Но здесь я смотрю и не вижу. Все так, как нужно. Все так, как мне надо, как мне нравится. И даже вот смотрите, стек для воды. Смотрите, как аккуратненько, красиво сделано. И единственное, что бы я добавил в этой кладочке, то есть вот это верхнее перекрытие, есть такие драпыны, как бы, я не знаю, как по-русски. Ну, то есть молоточки и так много-много носиков, так сказать, острых носиков. Вот это все как бы вот берешь и как бы соскабливаешь. И потом это становится как камень. То есть вид вот этого бетона даже не отличишь, то ли это камень, то ли это бетон. Все, друзья, каменщики, зарабатывайте. Состоятельные люди, стройте из камня. Стройте вот такие подпорные стены. Пускай они дорогие, пускай они 100 евро за квадрат, но они добротные, они красивые, они привлекательные, они просто душу зажигающие, и я смотрю и радуюсь. Все, до встречи.